Люди не разговаривают друг с другом, они перестали друг с другом, им не о чем. То есть сейчас вот это просто... Раньше люди собирались на кухнях, веселились, там что-то обсуждали, там то есть 50-е. Хоть какая-то была жизнь. А сейчас люди встречаются, они 3 секунды разговаривают, потом они берут телефон. Это, то есть вот если раньше это еще как-то вот преодолевалось какой-то совместной деятельностью, да, сейчас совместная деятельность, посмотреть кино, очень совместная деятельность, этот, как вы, покататься вместе на коньках, наверное, так делают, что делать, я не катаюсь, у меня ноги болят, но нету, они не о чем разговаривать, люди, им не о чем, о чем вы поговорите? У меня вот эта идея фикс, вот просто придумать какие-то способы, чтобы люди просто доставали бумажку, читали и хоть какой-то контакт наладить. И это трагическое заблуждение относительно собственного неодиночества.